Всех приветствую на канале Баженеты, Омская область. Тут время свободное. Думаю, что же тут сделать такого интересного, особенного. Вот что я надумал. Думаю, а не подарить ли, не подогнать ли, значит, моим коллегам, белкам, донат. Какой донат? Простой донат, деньги дать, он же их пропьет. Или использует не по назначению. Я вот думал. Скажу-ка я в ателье и закажу донат. Сейчас я пойду до ателье и покажу. У нас тут в центре есть ателье. И можно кое-что сделать. Заказать сувенир. Для чего этот нужен сувенир? Ну, я думаю, для любого блогера такой сувенир будет необходим. Для себя, конечно, заказал. Ну, а для белки закажу другой. Вот куда я захожу. Дверь двойная. Ну, тут очередь. Не так просто. Димон! Если будешь пить вискарь без льда, придется тебе заказывать вот такой донат. Ну, я думаю, это пока рано. Но на всякий случай, имей в виду, я тебе закажу. Могу тебе, конечно, и такой донат подогнать. Но это его будешь видеть только ты. Кроме тебя никто. Это будет неинтересно. А я тебе другой сувенир подгоню. Какой? Сейчас мы будем тут модерировать, моделировать и все остальное. Сейчас покажу. Процесс монтажа оказывается довольно сложный. Вот хорошо тут есть специалист. Но своим лицом там поворачиваться не хочет. Смотрели, я думаю, вот так пойдет. А что потом получится, мы увидим. Так, сюрприз для Белкиных готов. Сейчас я его заберу. Вот он. Так что, белки, ждите. Вот он донат я приготовил. Только для вас. Ну, правда, для тебя написано. Ну, не знаю, будете делить. Ждите меня в гости. Белкины! Добрый вечер. Как мне к вам передать свой донатик? Давайте подумаем, как встретиться. Всем, кто меня смотрел, заходите на канал Баженеты. Смотрите параллельный канал «Семья Белкиных». Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки или дизлайки. Всем пока!